Как Ну, 45 минут сейчас пронесем быстро, да и ну, что вы, ну? У нас зорки, блин, у нас Невер. 4-4 Алмирия. А у меня. Ну, первый рейд быстренько собрал, там те, кто опаздывает, уже на второй рейд потянулся. Было ДМК. Ну так и сделал, наверное, так. На следующем этапе. Видишь, это было мокло здесь? Я не вижу. Это у кого такие тренинги? А. Че тебе не нравится, Невер, нормально все. Да, я хапал, он с пугами попробую, блядь, собрать всю залупу. Убить все это шипешник. Пусть собирает меня, позови, я по этим пойду. Так, секс, да? Секс шипа у нас. Так, че надо? Гуша у нас какой спек? Но он мне не трапает, и дайте рыбу. Блядь, ну там по форме, в которой он стоит, как не скажешь. Ой, сразу. Че ты там наделал мне с этим полипауэром? Это мой собрат. Римбизер. Все, я запускаю бот, у вас есть время. Так, два, ты МТ. А есть рыбка? Ставлю рыбку. Кушать сейчас поставлю. Вот оно. Ингрулал. Ову, спекайся в танк. Да, Вова, спак, он в танке должен быть. Не, серьезно, что это за интерес? Вова, с танка. Вова, с танка, что ли? Да, Вова, с танка, быстрее. А серьезно, а что у нас с ШП с тренингами? Да, блядь, мне похуй, блядь, тело и тело. Босс, 5 секунд, ребят. Разбежались. Оделся там, Вова, Лос? Да, оделся. 5, 4, да. 3, 2. Один. Ты ебешь ИПшника, который, блядь, ты, посмотри на Лока сегодня, я, наверное, кикаю с гильдии буду. Стой, ты там на лице, стой, ебей его. Да не когда скажу, там, саунд. Поставь его в центре прямо, пожалуйста. Давай, стерю. Спасибо. Блядь, что-то я близко подошел. Ника, говорит, был Лок, не знаю, кто его взял в гильдию, вот. А как, блядь? Истерию. На букву L начинается. Можешь... А, стой, нет. Давай 400. Лаурианг. А, я, по-моему, про него когда-то говорил, Невер жаловался. Короче, Лок, блядь, в 230-м левеле, блядь, выдал, нахуй, 5 кдпс. Это что за хуйня вообще? Где его вообще откопали, блядь? Он меня еще меч украл. Забери. Меч мой забрал. Я ведь, пожалуй, пока не буду. Когда он меч забрал? Я бы тоже... нахопали. Я бы нахуй вообще бы ничего не давал, блядь. Это вы с детским рейдом ходили? Вот... Да, и дон попал. Пиздец, блядь, дон. Знаешь, какая обида была? Ладно, я там Т4, да, свой отдал, там, Кенроки. Не так обидно. Кенроки хотя бы дамажит, да, зорки? Да. Я занят дамажем. А ты тоже представляешь, что на мне, блядь, МК нету? Так это матушу пиши. Ну, блядь. Давай бей, блин. С МК или без. Так, короче. Какую чешую забирать у волосы? Которая стоит на месте, два-то отводит? Нет, наоборот. Та, которая... Нет, блядь, мозги надо, у вас мозгов не до второго. Короче. Забираешь. Короче, забирай ту, которая двигается, а вот забираю. Вот заберет, которая стоит. Это моя. Да. Это два твоя вообще-то. Забираю. Вводи нахуй, если это. Геру? Геру, далее. Фул ДП. Все, я не доди, а то мультидоты не успеваю. Забери! Волос на волос на пул дайте ему. Он там уровень держит нормально. Еще раз там нажми. Я скинул. У меня не хватает. Я понимаю. У меня агро не хватает просто. Я знаю. Да ну нахуй. Размораживайтесь там, два ты там. Нахуй ты зеленку нажимаешь. Нажимай зеленку. Я зеленку нажимал на заливку. По возможности сейчас это самое разморозить. Сейчас брызги будут. Все, размораживай рейд быстрее. Все, всех разморозили, отлично. Рассоситесь, пожалуйста, рейд. В хэмке, чтоб я, блядь, не видел тупую кэмп, собранную, блядь, одну точку. Забираю эту, жуткую чешую.
Пивайте, которая двигается. Отверни от вида глаз. Убери ее. Плюет Милика, плюет Милика. Милика, Милика, ушли. Милики, Масарау, Масаку дали. Разошлись Милизома. Да, забери с этого спала, блядь. Сейчас бегу. Сюда. Можешь таунт нажать просто, да и все. Милики, пока не сбегайте, ждите, пока дебаф спадет. Опять же дебаф повесился, аккуратно. Зорки манушевые, блядь, фаршут нажми. Всякий случай. Че там, сколько до выхода макаки? Блять, а мы же на X3, блять, получается, два рейда в один день, да, маги Крул ХМ, и сразу еще один маги Крул ХМ, не рука, ваша пизда, блять. Да, ну, так еще волка ходи. Отводи. Отводи, Дот. Блядь, еще я еще иду. Ложи, веди. Веди. Так он не идет, блин. Да наблевал его у него. Все, остановись. Стой. Ты, блин, на это... Чудной какой-то. Суетолк. Кибоп, я тебя догоню. Не надо. Блять, оборвалось, ребят. Люля, кибоп. Кибоп, я тебя догоню. Ну шо, Раф, ДПС повысился, ты апнулся, нет? Морку. 7300? Да. Что-то... Ну я апнулся, то, блять, по-моему. Ну давай там потом еще. Пофармишь, ну. А, у нас не будет этого сейчас. А Freedom у нас будет? Нет. Все будем проходить. Дедвич, плюсание, когда нужно истерию. В смысле Freedom у нас будет? Вы что, не умеете? Здесь ни у кого, по-моему, нету. У меня, блядь, вы... Какой? В смысле Freedom, блядь? Freedom у всех палов, алло. Нет, там стволом там нужен. Freedom, дай. Возможно. Я понял. Так, надо сейчас всем стакнуться в одну точку, куда побежит, там и стакаемся ближе. Почти тут. Убегайте в сторону. Мне ДБ не показывает, на кого он. Бля, чё ж меня не врезал? Ой, я микрофон не вырубил. Теперь мы знаем, кто рад, блядь. Не, ну у меня брат-то приехал, у меня этот... У меня ситуация. Фадник вы там, блядь, раскуриваете? Хорошочек, ты завтра будешь, кстати? Думаю, да, если у меня аварии не будет, то я приду. А, блядь, я не слышал, блядь. Какой аварии? Ну, в городе. Ну, я в интернет провайдер. На кого он идет, блядь, пацаны, я не вижу. На Матрис. На тебя? Надо было тогда оставаться. Если, ну, не будет никаких критических ситуаций в городе, ну, линию не порвёт. Ну, типа там зомби-апокалипсис, там, типа это, да? Телкрестник, Чего? Телкрестник был? Нет, оптические волокна. Ну, оптику бы как-то. Я говорю, телкрестник. Нет, по-другому посмотрите. А что за... Че? Провайдер какой? Наука связь. Блять, какой вар крикнул? Ща пиздюлей надаю. А на кого бежит? Я не вижу. На черепок, оп. Неутомимо. На черепок, я черепка-то не видел. Я тоже. Меня что-то дом не показывает. Что-то он раз через раз. Ой, блядь, сейчас забываю вырубить его. Блядь, что-то мне мах вообще не притовать не хочет. Да бич, это ты там крикнул на АП. Вот теперь обновляй. Нет, это не Дед Бич. Теперь обновляй. У стоматолога, наверное, апнутые, кстати. Нет, это стоматолог. Блядь, обнимите по ХП. Или Рокс, по-любому Рокс. Это не я. А меня нет вообще. Черепа пошли. Ну баг, блять. Кто там нахуй? Это не опет. Нахуя, блять. Да он врезался уже, и потом такой, блять, че там. Там два походу колен на молоке покурит. Так, я сейчас два тому дам, пизду его, блядь, заебал он пузи. Позитивный человек. Минералки перепил там, блядь. Солёнка. Не, ну мне его надо будет, его голос, так как он там.
Я все, я вырубил микрофон. Все, вырубай. Да. Понял, че, кем надо играть, чтобы, блядь, Бёрн не мутил меня пьяного, нахуй. Танком, блядь. Так, Аблош, ты ж вроде танчил, кстати, в этом. Пиздец, не было такого, нахуй. Да было, было, блядь. Нихуя. Ты в ульдуаре танчил. У него, блядь, танк, он в РБК, блядь, спекнул за там 57 кхп, блядь. Так, это по роллу, только тем, кому он действительно будет нужен. Блядь, буду давать там всем подряд. О, ботинки нахапало, блядь, прям кайф. Смотрим. Зарум, тебе на кой нужен спек? Не слышно? Да? Да. У меня вылетело, вообще не запускать спек. Хорошо. Релогаюсь тоже. Блядь, короче, чтобы не измралиться, давать буду по ролу, а там уже распределять. Если на следующем КД я буду давать тем, кому действительно надо, эту ночь это 9. Чтобы не бежать с первого рейда. Так, сапоги нахапало. Тебе надо будет? Уже никому не нужны. А? Они уже никому не нужны, всем, кому нужно, уже раздали. Мне нужно. Почему мне еще нету их? Ну, бери. Ну, так, мне нахапало, надо заходить. Надо кому на успех? Ладно, на распылу заберу. Грудак на танка тоже ЗКП. Хороший, кстати, с мастерством. О, будет у нас мега-танк паладин. Эрдруха а прист. Не заметил даже. На распыл. Заберу. Давай я на ум заберу, если не надо. Так, заберешь? Ну, на ул, да. Давай, сейчас сюда. Где ты там бегаешь? Запускайте босса. Так, сейчас тот же Ракс. Да у кого-то, блядь, как пробка анальная вылетела, что ли? У тебя же будет на кухне. Кулак по ДК, блин, упал, не спим. Да давал уже. И поваром кулак теперь тоже дайте, а то, блядь, умник. Поваром кулак. Блин, почему в этом рейде паладины попались сложного? Почему в первом рейде было все четко? Да че паладины, при чем тут? Это вары, блядь, усюки. Усюки. Кто-то крикнул на АП и сбил, блядь. Дэдбич был 100%. По-любому, лопата его. Вот, по поводу уже еще пообсуждаю там. За ИП, я думаю, да, ИП оставить, и люди ходят, кому надо, ИП тут придет. А зачем ты неутомимый ГП дал? А, я неутомимый дал? Чтоб я расслаблялся. Блин, сейчас я переделал. Сырья неутомимый. Знаете, надо было. Чтоб не расслаблялся. Хорошо, я проводам потом. Если сейчас ноги ватные выпадут с него, блядь. Пойду прям будь сейчас. Будь честно, блядь. Я сову удалю прям сейчас нахуй просто. Не-не-не, ты не давай, не давай, я еще. А сову за что? Да потом может. Сават ни при чем. При чем, при чем? Да нам женщину бить надо? Нет, босса. Женщину бить нельзя. Раф вышел с Эйда. Все, не фудите, блядь, залохну, сейчас буду выпадывать. Поставлю. Бога, рулат еще бежит. Стаки на 8. Блин, зорки, ты сука... Шаман, не кусите, и присы тоже ничего не делайте. Ну и с магом все подтыпим. На стаках только не смогу. Зорки, сейчас только стаков. Пусть знает. 4. Раф вышел. Сейчас портал выйдет, Лукан. Локи
Работайте по банам. Два бана, двух заливаем. Первый двух бан. Сейчас будет. Да я им просто банами позбиваю косты сейчас. Все, големов просто заливаем сразу. Так, один вышел. Все, а второй... Я кого убить? Големов бить. Все, как банов стоит. Все, черепите. Да не все в банах, один в бан. Просто я всем ну, позбивал косты. Этого выпускать из бана. Заливайте. Каз бейте ему. Рокси прохил. Стаки на 8. Крыло нажал, сука, блять, ты уже давал. Как тебе и надо. Так, сколько у нас лока? Два лока. Следующих просто бан кидаем. И все. Ну, когда будет контакт. Я хочу кубуба обогнать. Не надо. Блин, да это вот это бан, вот это. Неприятно. Кубуб топ-1 идешь? Нет, ты шо, тут маг. А я на каком? У меня просто забагался. Ты на 9-м, я на 6-м. Я вышел. Но это еще не экзекутка. Я на 9-м? Да? Крутят дамаг, потому что нужно будет удать, почему? А сколько по цифрам у него выходит? Так, вулкан не вышел еще. Сейчас вулкан будет, просто локи банен. Да можно я по дамажу, пусть лок побанит. Не-не-не, у нас один был. Так он может по очереди вбанить, короче. Так вы двое киньте с бандой и все. Ну, хорошо, первого я. Допустим, точно кинуть. Второго бан тоже. Остальных там, не знаю, как-нибудь расширяйте, что ли. Не забанил, да? Да блять! Мастера уготовиться могу, если что. Ира, ты запаривал? Ира, ты вышел с ней, да. Запаривай их банить, блядь. Я только начинаю бить. Так, сейчас у нас Ола будет ответственную задачу выполнять на чемпионах, да, Ола? Край, справишься? Да, конечно, богоюзер еще тот. Ну, без богоюзера будем играть. Я знаю, кто еще за богоюзер. Фух, я думал уже удалять. А по-моему... Речка, я что думал, все, сейчас ретрики обгонят, ну, бля, пиздец, да? Линканите допуск, кстати, пожалуйста. Рестер Друиды. Уша. Мне топ-8 не интересует. Алина вообще, у нее с башкой, блядь, все в порядке. 500 значков обоих островов, блядь. 120 тысяч ОД, блядь. Ну купит на пенсию, да. А сколько монет у Джули у нее? Сейчас скажу. Сейчас их не будет. 18. Не надо, не трать. Да я не буду ничего тратить. Я, по-моему, не смогу. Я, кстати, коплю. У меня уже 200 этих монеток. Я коплю на ЗС Ока. Сколько монеток? 200. Хуя себе. Ну я сливу еще немножко. Но мне кажется, сейчас сливать нет смысла вообще. Что там роли. Будет? Эти полироли? Да, там полирольки будут. Там нет, там будут камни черные. Их типа можно улучшать будет. Человек коплю. И воронки будут еще. За воронки типа ты Т5 обновляешь. Ну, улучшаешь себе. Ну, короче, когда токен тебя падает, чтобы активировать понятно, токен, да. Тебе нужно 3 воронки. Я понял. Так. Оус. 32. Блять, давай Рафу дадим. Рафу там... Я выйду Т9. Ну, я Рафу дам, можно? Раф, блядь, Т9 апну тебе сразу. Ебошь ты. Этот, я вышел, не запускай. Не, мы сейчас запустим там пока. Тоже запустили. Ну. Найс, блять, я сейчас лук забрался.
А там в мобе чертеж тебе еще лежит. Я увидел. Для кого, блядь, банк гильдии? Вот со своим чертежом-то. Так, где наш хант? Найдите меня ханта. Блять, вот спрятался пидорас, блядь, да? Прям. Там стоит. Так, а че там пьет? Бегает кубок, чего, блядь, бесплетным тем или что? Что там, где он? Ну, блядь, посмотри. Шо, не гони его. Вон туда смотри, в сторону. Все. Убери его, либо, не знаю, чтобы не ставился. Ничего не делай пока, лучше пусть стоит. Да все. Так, опасные метки у нас. А, ебать, он там встал. Так, это звездочка, луна, ой, трусы, луна, квадрат и печенье. А было рибахненько. Так. Рибахненько. Так, так, так. Зарум, отвечаешь за бан дерева. Рога у нас есть. Кекс, ты отвечаешь за рога. Сбиваешь ему косты, приори сбить ему ты должен станом, либо, не знаю, там, адское пламя. А обычно косты просто кикай. Дальше. Я пошипаю его крестик. Если что понадобится помощь, я попрошу в крестик там какой-нибудь эфир дать, либо что-нибудь еще, пока мы бьем череп. Блять, точно такой же стаб, как и в первом рейде, кстати. Так. Давайте мы, наверное, пойдем на левую сторону. Давайте все сюда станем. Сейчас я пинку поставлю. Вот примерно здесь будем стоять и бошить. Пал танк и хэпал. Не так. Сложит в этом. Не знаю. Мне кажется, сложит. Вообще моменты. Смотри, что ты делаешь. Начинается бой с тебя. Ты начинаешь таунтить, на тебя вся эта хуйня бежит. В этот момент ДКшки подходите очень близко, когда Паула начинает пулять, сразу начинается тянуть череп, рейд. Сдаем, как только притянули, сдаем Геру и сразу фулл ДПС. Хэпал, ты у нас ответственный бой, да, понял. У тебя есть бронепод? Что, дать ему бронепод? Да, дать ему бронепод кто-нибудь. А, есть, да, все. Перед пулом выйдешь, обязательно. Так, Паул, танк, ты ставишь всех этих хуйтасу эту. Вот череп сюда поставишь, меточки, все, мобов, все, когда спулишь. Все, мы на противоположной стороне стоим. Если кто выйдет, тряпочники именно, если тряпки, если выйдете за деревяшку, вы труп, вас сядется вся милизона. Так что максимальные контроли и так далее. Так, все, с этим разобрались. Ну, тогда начинаем бой, еще раз говорю, с паладина. ДКшки, значит, первый хватает дуат, череп, второй заберет лос, перетянешь сюда. И третий секси-тролль. Все. Ну, а ты, кстати, можешь ДД спекнуться. По сути, танки нахер не нужен. Все, давай, включи на пол. Что за лишние тела заходят сюда, я не понял. Ебаших. Инсайдера. Бля, сейчас. Перейдите, блядь, на ниже канала, пожалуйста. На ПВЕ рейды, быстрее. Спать охота. Свои, по-моему. Вот позаходили хоть, блядь, там левые типы были. Очень худые. Там 3 человека, 4 там какие-то вообще левые были пуги. Давайте вообще на... Альфа, не подгоняй, блядь. Сейчас вайпимся, будешь опять по-новому качать его уже. Все аккуратненько сделаем. Принимайся, короче. Пробовал, сирот. Слышу. Все, готов. Все, готов. Пауплей. Никаких ходок, ничего не делать. Дуат сразу, дети не. Все, иди. Быстрее. Трусы к нам побежали к луну. Трусы, бля, это вся миризона, считаю. Контролим, короче, максимум. Еще раз притяните быстрее череп в рейд, быстрее. Зуран, ты что-то побежал? Не попал.
Нахуй ты туда пошел? Берсу Зурана быстрее. Череп играем. Геро. Блядь, это конченый путь просто. Это самое. Гарик, иди резни Зурана. А сферы раздайте. Крестик шипа не трогай сегодня. После крестика, после черепа в трусы играемся. Блять, снимите с меня. Никто тебя не снимет, блять. Так ты отойди. Кайте, кайте, кайте. Блять, мы не пробиваем хил. Продиспыльте его. Диспыл, дали. Зарудно там, да. Я зарунул. Быстрее, все, в трусы играем. Трусы играем. Покайте немножко этого гумника. Да я меня таунтить буду. Паладины таунтить, типа. Феры. Где? Квадратик тоже таунтите. Крестик можете пока поферять. Не знаю. Трусы бьем, крестик феряем. Там на пала сорвались. Пала хилим. Пала хильте. Пала хильте. Хулипал, войд. Войд, блять, нахуй. Да где ты бегал, Ферей, если ты, блядь, сука, тут в рейде тусовался? Какого хера ты тут вообще делал? Поднимайте быстрее Олвуса, кто-нибудь. Вара, контрольте там. Максимальный еще контрол раздали по таргетам. Олвуса поднять. Куба, сядь на дерево, по бани его. Я тут на всех контролях. Еще... Давай. Дайте ДКшке контроль какой-то. Все, Олвус, максимум таунти и води туда. Хотя бы забери печеньку. В квадратик свечуемся сейчас. Бля, сейчас всю нахуй мелизону порезали, блядь. Я помогу тебе, помогу отвезти. Вся мелизона, таунтите по КД печеньку и квадратик от рейда. Играем по кресту сейчас, по кресту играем. Крест в рейд притянуть, крест притянуть в рейд ДКшке. Ромбик указ бейте. Я не могу. Играем все в крест. У кого БР остался? Альфи, дай БР по Алмирии. Дуата прохил. Хилим. Заведите, пожалуйста, на то самое, на деревяшку. Все. На деревяшку стали все, тряпки на деревяшку. Кожевники тоже на деревяшку. Мирики, работайте по таунтам. Уводите к танку. Готовьте мас диспол дать по кресту. Под как крыльями тут, паладин, блядь? Под крыльями паладин. Продиспейте. Ну или спизди у него, не знаю. Да. Сбейте кас. Кас сбейте. Кекс. Предиспыльте, мага. Предиспыльте. Сразу в луну играем. Там мирик у нас в рейзе, блядь. В луну свичнем, блядь. Где она тут? Мирик. В луну, блядь, сыграли. Кулак, ты жив? Стал? Нарезан. Все, я вижу. Это самое. Побаним дерево. Тут собака просто еще бегает, я вместе с ней. А собака на мне висит, у меня косты только сбивает. Можешь оставить. Там дерево побаим лучше. Окей. Да ты можешь приручи собаку эту. Можешь приручать? Хуй знает. Пала, кидьте, блядь, эфир. Паладин, эфир дайте. У меня на вафлике нет. Блядь, как больно. Кто тебя убил, блядь? Вока, маг, два коста дали. Мага нет уже, маг убил. А, нет, ретрик. Мас, дайте быстрее. Мас диспо. Блядь, меня стыжило. Давайте, бейте. Раскиньте эфир, дайте мас эфир вара. Там у нас, блядь, бегают эти хилы хилят. Кексик, сядь, пожалуйста, блядь, на ромбик. Сбивай ему косты, нахуй. Быстрее добили луну, потом в ромбик играем, будем играть.
Каз, бери Ромбика. Блять, мы все попадали. Контролить. Человек упал. Все, в ромбик играем. Мази спал, дайте. Дайте мази спал, не гера. Романа нет, все, все, все. Ромбик, ромбик играем, сбиваем ромбику косты по КД. Хилов, приконтрольте там, не знаю. Бейте череп сейчас. Так, у нас марш рвался. А, там типа квадратик, сейчас будем вара играть. После шамана вара будем бить. В общем, можете вару поконтролить немножко. Рожа, давай по КД с тобой. Да, я сейчас скину фу по контролю. Тут контроль сбивают. Покажет не полезно. Бля, почему ты мне дотелос не показывает? Не покажу тебе. Бля, дотелос тут хуёво работает на этом, блядь, сферу сегодня ещё. Не знаю, у меня нормально работает. Мне ничего не показывает на контроле никакого. Ну, вообще, поставил, там всё показывает сразу. Ничего настраивать не надо. Здесь на зоркого смотрю, одну кнопку жмёт, ледяная стрела, больше нихуя. Я нашел спек лучше, чем Аркан, блядь. Еще не, ты еще не играл на ваниле, блядь, там тоже ротация, блядь, две на ваниле также, блядь, ледяная стрела. Постоянно ледяная стрела, вот. Максимум там конусом можно еще подамажить. Не того чара себе выбрал, рост магом играть. Там самое интересное, кем играть, только вар танком, там, блядь, у него там клавиатура хорошо. Там, бля, и бошишь постоянно. Хороший вартанк считался, когда у него не хватает ярости вообще ни на что. Там же сделали фури-прот, короче, или как называют там, фури-прот, короче. Там, там вар и фури, там танчили боссов. Там дипрот, типа, ну, прото-вар, с прото-веткой, то там вообще их не найти было. Нажми, блядь, какую-нибудь другую кнопку, заебал. Так я пруки кидаю, заебал. Кафаер маг, что у тебя будет? Да, ледяная стрела. Огненную стрелу с памяти, теперь блаз кидать попробую. Аркан тоже одну кнопку с памяти, попробую стрелу. Все на меня смотрят. Блять, ты почти 250 раз уже кинул ледяную стрелу, блять. Ты, наверное, раз в неделю бинт меняешь, чтобы кнопку не сломать, блять. Ты видел шамана Фелима? Там одна молния. Тебе автокликер нужно поставить на кнопку. Че, воина? Да, бейте воина. Игрок пиздец, блядь. Да. Еще и главное ДПС дает, да? Откуда, кстати, блядь? Ну, так вот. Ты же вообще нихуя не делаешь. Просто, блядь, стоишь и одну кнопку тычешь. Ну, вот, блядь. Главное выбрать класс правильно. Еще и манна хуй заканчивается. Ну хоть инер не просит, одно радует, блядь.
Так, ну чё, готовы топор и аксессуар? Сейчас скоробей выпадет, чекать. Ну, скоробей и аксессуар. Ой, скоробей и пуха. На медведя сразу всё. Он уже 300 раз кинул ледяную стрелу, блядь. Ебал, блядь. Сколько? 300 раз. 317, если быть точно. 318 уже. Вот пошел. Это контент. 319, 320, 21. Ты давай еще меня, блядь, за пиздобола подпишешь, что я цифру неправильно назвал, блядь. Ну а что, 27 раз скинул. Играть с блядь. Дайте мастерить, пожалуйста. Так я одной рукой играю, второй тебе. Ну, боешь. Неплохо. Нас ждет битва с королем Личом. Мирики надо? Ретрики. Приор скоро в минус уйдет, нахуй. Ты на вару моего посмотри. Кстати, а почему там так ГП много? Кусящего его так. Ну так у него тогда бомбанул, он себе дал там 3000, сколько-то там ГП. Чего? Мне это пасуешь? Кому-то пизда, по-моему, вообще, блядь, чупалах молниеносный взлетит. Чего? Тотем, уберите свои, сейчас запускаем босс. Ребафните, Кристи, помогу. На, фулл ребаф помогу, пожалуйста, сейчас рыбу поставлю. Да вообще фулл ребаф, смотрите, все-таки нуждается, что уж да. А булу бафни, Крист? Ой, блядь, МК. Дайте голды. Кушайте рыба. В Альмерии, блядь, 100 тысяч голды, блядь. Главхи убери. Паладин там нормально тебе? Так, два соло танчит, паладин ловишь сверки. Пожалуйста, белые сверки приоритет. Когда мы меняем сторону, будешь темную ловить сверки. Понял, да? 20 ты в танке. Химию выпить. Даже не пожалею. Надо начинать. Ой, маги, отдайте кто-нибудь мне МК, пожалуйста. Не-не-не-не-не. Да в смысле, не-не-не. Магов свой договор. Я тут сейчас ворвусь. Сорву агро и умру, потом кидайте куда-то хотите. Так, тут еще на пол. Блядь, только пуляйте, пожалуйста, четко, когда остается одна секунда. Ноль секунд, да, уже начинается. Все, все готовы, добавим пул. Че, кубов, сорвем агро? Четыре, три, два, на варе не сорвали, наверное. Блядь. Так я не на сове его. На пулу сдали. Шесть демонов сожру. Так, минута метаморфозы. Ну это, наверное, неплохо разогнался, меня лагануло. Лови не в рейде, блять, а вот рейда подальше лови. Белые сверки, пожалуйста. Ауру на касс, ничего не меняем, бьем дальше, продолжаем бить. Касса бью я, никто не трогает. Ауру на кас, паладина. Уберите нахуй файр резистинг к гному. Бля, ни одной черной сферы нахуй не словили, блядь. Вот не, встаньте просто. Мы и так плотно стоим, только белые, блядь, летают, блядь. Черные сферы только не ловите, блядь. Рэдбризер, ты единоличник, я понятно. Она бы все равно мимо вас пролетела. Я поближе просто подхожу, она также взрывается в радиусе 15 метров.
Готовься, сейчас что-нибудь понять скажу. Смена цели. Крест. Смена цели. Смена портала, идем крест. Да, он я. Я не взял. Быстрее крест. Сбили крест. Есть. Ладно, держим. Потихонечку переходим на противоположную сторону, другим порталом. Ты теперь ловишь черное. Стакнулись в одну точку. Да, теперь лови черное. Сейчас портал ползем там. Дайте сальву по мне. По зоркому сальву дайте. Кто-нибудь сюда ползем. А я уж хотел сальву давать. Ну, кто-то череп пиздит, я вот вижу его в фреймах, только понять не могу. Крестик, крестик под белым порталом, алло, ребятки. Продолжаем бить, ничего не продаем. О, блядь, минус один. Так, это огромное, да, сульфайбра. Еще два. Блядь, ну пропусти ты белую, ты и белую, блядь, к себе жрешь. Спецспособность готовимся. Взяли себе темный портал. Бьем череп. Темный портал все взяли, бьем череп. Так, будем. Успеем, не успеем. Давайте до конца стрим, короче. Была не была. Кто успеет, кто поменяет портал, если что. Не успеем. 10%. Угу. Успеть. Пока там что, кассис будешь, что там. Посмотрим. Бьем, 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 блять. Куда побежали? Бьем, добиваем, 1% осталось. А, блядь. Ну что, прига? Прига. ГЦ. ГЦ. О, пояс хороший, кстати. Олег, Олег, ты забираешь? Он забирает. Так, давайте. Ну, Дуату вообще не отдавал бы я. Чё, блядь? Чё, ну, заслужил. Отдайте мне на декана. 40 откуда? Ну, копил человек, он ничего не забирал. Мечта была, блядь, видишь? Исполнил, сколько хотел, блядь. Все, Невер ушел в себя. О, Невер был. А пошел бы, блядь, первый бы в рейд, нахуй забыл. А, ну, в принципе, там не было. Кожа, Брида и Растрел, хороший пояс. Пошел бы первый рейд, если бы выпал, его в гроб забрал. Это пояс не бис, говорит Нип, если что. Пояс еще один. Пояс бисовый падает с этого, с королей. Так, роль себе трофей. Запускать. Запускайте этого самого. РТ, блядь, минуту назад закончилось. Ну, за все. Ну, в будущем, блядь. Все, я, блядь, это, калитку на клюшку и... Кубов, ты чё ревнул? РТ закончилось. Продлять будете? Ля, тут летает еще такой. Так, давай сделаем так. Бля, сука. Блядь, нету у нас полковых танков сейчас. Давайте сделаем так. Значится. Дуат на боссе. Гарик тоже. Послушай, это. Берн, давай я уступлю лучше Рафу. У меня там неплохой пояс. Так Раф уже две шмотки полутал, не? А, ты про пояс? Да, да. Ну, давай. Давай. Че, я на жуках буду? Нет, на жуках будет все вдвоем вместе с паладином танком.
Вот. Вот. Зачем? Че, блядь, жуки нахуй ушел тут, че, блядь? Я тринки нормально. Я дал раф. Все равно у нас там паладин, он в вагонном шмонте, он не даст ДПС, а так на постраховке. Одного моба заберет, ничего страшного. Так, тот у нас там видео снимает. Видео. Кому там давать? Раф. Смысл выдавай по вообще, блядь? Так, Бьерн, мы же идем это? В Кару? Да. Да, конечно. Два куска мне, это 4 выбил. А, Бьерн, можно мне, если что, на это, на хп в ИП? Ну, если можно, конечно. Это пиздюк на меня, блядь, перо повешь. Так ты ж был на хп. Ну, я помочь, я мог бы не... Ну, ладно, хуй с ним. Не, так абуз не работает, и чё? У меня все фреймы в куче, я эту хуйню отменить не могу, блядь. Где в этом эксперли, блядь? Ну, ты видишь хапалу в гильдии, Войт? Войт такой смотрит на свой спек. Наверное, да. Ты не оч. Так. Ты на сове оч, на хапал не оч. Давайте быстрее бегите, ребят. Кто там еще ФКшит у нас? Рокс. Киньте мне ХПС с валик, пожалуйста. Можно ребаф, пожалуйста? Лос, стоматолог. Стоматолога ребафните, он у нас падал единственный. Ставлю рыбку. Кушайте. Так, значится. Дуат босс танчит. Так, Гарик, на тебе дам ассиста. Будешь ставить на своего моба череп. Пал, ты забираешь второго моба, который не в черепе. Когда вы сводите, там немножко прожмитесь, либо стану давайте. Сначала играем по черепу, там я буду озвучивать, кого бить, короче. Все, все готовы, ДБМ пул включаю. Блин, ДБМ пул. Фрост включите ауру. Да, фрост ауру упала, рубите. 4, 3, 2, 1. Блата, угу. Левер, ты на сверках ста. Так, взял, возьму это. Может, в черепе лес. Второго мало пьем. Все, босс играть не запивается. Готовится снова на тачку собрать. Правого заберу тоже. Вовс, не спи. Сыграли все в трэш, быстрее. Так, по бобам, бобам, раф, рэмбизер, лоус, буду давать. Быстренько трэш сыграли, точно по трэшу сыграли, быстрее, убили. Второго моба, фулл хпшного, отлично, здесь. Сейчас пропадет лужа, сразу стан дайте ему. Все, стан дали, выводим. В другую сторону побежали. Гарика на боб первый даст у нас рэмбизер. Достаешь, далеко, нет? Далеко я. Достану. Все. А, нет. Угу. Все, все, дали уже. Все, весь рейд обратно на другую сторону вернулись. Хорошо. Кексик. Кексик, весь рейд обратно перевернулся. Ребизер, ты дашь сейчас? Да. Хорошо, на кексика дашь. Не на кексика, на лока. А, на лока. Ну, не сбивайте сферки больше. Давай, кидай. Беги на дальнюю лужу, беги туда. Беги. Вот там на ком там куб этот, блядь. Забегай в лужу, забегай, сейчас сдохнешь. Бля, Зарун, ты чё творишь, блядь? Ёб твою мать, нахуй. Ну, положил он
Ой, блядь. Гарик, Бэр, полакрими быстрее. На Крим идешь, Бэр, за руна. Что лужа, блядь? Так это хантовская лужа. Ханты, не вставляйте свои лужи тоже, чтобы люди не путались. За руна, Бэр. Я забрал. Мобов. Пал забрал. Все, вижу. Крепси играли. Сейчас убьем трэш во Крим, я дам тебе ему. Позарунул каску потом дадите, когда будем бегать. Дуат, зачем ты забираешь, блядь, череп с меня? Вот объясни мне. Дуат, ты чё же? Я мог винер дать. А не случилось, как в этом. Босс, Дуат, ты делай то, что я тебе говорил. Не надо что делать. Босс объем. Дуат, походу, уже пляшечку себе там охуярил, блядь, сам. Я говорю, когда убьем трэш, тогда да, забирает. Так, ближнего заберу. Дальнего пал забирай. Сразу не вливайте. Так, давайте в череп играем. Сюда убить. Давайте все в трэш, играть. Сейчас босс взорваться будет. По трэшу больше сыграли. Давайте следующего моба. Он уже допиливается. Добили. Милики, не входите, надо было добивать его. Дуат, беги. Все, на противоположную сторону бежимся к озеру. На голорожье бегай. Лос на тебя. У кого бобы плюс рычат? Войд есть. Войд второй еще, боб еще должен быть у кого-то. Короче, вот, дай боб первый по Рокси. О, самотолог такой там. Будет боб? Будет боб? Да. Давай, кидай. Все. У кого еще боб остался? Ну, все. Все, забегайте, волос просто лужи. О, волосы есть. Волос, блядь, пока выдает таргет, пока нажмет, на опыт не повозим, что не будем рисковать. Забегай в лужу. Обратно весь рейд перешел на другую сторону. Войд. Беги на самый конец куда-нибудь, если что, бабл нажмешь. Да, он сменит. Я говорю, если. Лужу только не трать. Все, бейте босса. Весь трэш под босса завели. Все, разбирайте мобов, мобы пришли. Я взял. Сыграли по мобам. Бля, сейчас сорвут с меня. Таунт нажми. А у меня КД таунт был. Все, сейчас нормально все. Все, следующую мобу сыграли. Вообще босса бейте сейчас. Напиливается моб. Чтобы перевести не будешь, да? Нет, мы не будем перевести, да. Не успеем. Все равно даже по Гере не успеем. Зарывание через 20 секунд, а под Гере ты не снимешь сколько хп. Поэтому 10%. 10 секунд зарывание. Ближнего сразу возьму. Не, не успеем все равно. Давайте в трэш играем. По трэшу дали выпасть. Куда ты босса увел? Зачем? Дуат, ну блядь, поставь босса. Да чтоб закопался. Да похуй, блин, там это самое. Заклилось же. Можно было бы 8% еще. Там первые бобы, может, откатились. Да, первые откатились бобы? Сколько? 10 секунд. Ой, Оволос, боб еще есть. Оволос, дашь боб, нет? По черепу. Нет, не по черепу. О, по себе боб дашь. Только не бабл, а боб. Я скажу куда. Давай, давай. И стань ближе к луже, сейчас. И когда останется до окончания боба 2 секунды, станешь в лужу. Забегай. Все, умничка. Так, все остальное, все по бобам. Откатились? Ну, первого должно откатить. Вой, ты откатилась? Нет, я на второй закопке давал. Я дам, Аль. Давай, по Алмери тогда боб давай. Я скажу куда. Алмери немножко левее стань. От лужи, еще левее. Давай, боб. Угу. Все, сейчас босс появится. За 2 секунды зайдешь в лужу. Рано зашел, кстати. Все, сейчас босс появится. Да. Все, не даем бобы, просто ждем босса. Все, трэш сыграли и переводим босса. Там еще сейчас копатели придут, большие мобы, их будут убить. Забирайте мобов. Давайте разберем мобов, а потом будем босса пинать.
Опа, минус один. Пал, не спи. В череп сыграли. Не надо, не резайте, не резайте. Ничего не резайте. Просто бейте трещить. Гарри, как освободишься, дашь БРП у Рафа. Да, что вы рвете огурло, бля. Что, я тебя, ну, он за гушу резал, гушу Рафа. Гуша не домашний. Ой, я новую взял случайно, прости. Ну, давай, меня... короче, резай гугушу, гугушу Рафа. У меня КД, я в охрене уже. Резай тебе, кто-нибудь уже пофиг. Гугуша, резни Рафа. Шамана Геро. Здорово, заебать. Тихо, блядь. Что-то борщ доварил. Чё, Гудлик, доварил его более, бля, борщ, борща? Чего, блядь? Понтуется такое. У меня, я на кухне борщ готовят, блядь. Гудлик, что ли, или что, блядь, там готовят у тебя? Сейчас вот упадет, блядь, плащ, и у меня просто не будет. А полулов, блядь, не смог токен забрать. Блядь. Все, тихо. Добираем босса. Кошам метки скидываются, глыбы и баблом. Гудлик, вообще нах, на тебя обида полная, блядь. Чего? Ну чё ты в окон-то не пошёл? Ну потому что я домой сейчас вот иду по улице. Блядь. Ничего не знаю, ну. Всех ребят подставили. В смысле, я сходил один рейд, по-моему. За воина сходил, блядь? Ну да. Бля, после Т5 вообще мог так удобно играть тут. Только, блядь, чувствую, что на плаще повернулся. Колечко бы я. Блять, ноги кожаные на сову, сука. Бля, я, наверное, пароль. Рольцем, это самое. Я их, наверное, заберу. Невер, а ты куда? ЕП не нужно? ЕП, невер. И мне надо. Два плюса мне в ПМ кинь. Рольцы трофея, алло, я кинул на ролл. Ну я сейчас апну пойду, если что. Тоже, ну, там как знает. Так, сейчас. Ну, дайте Палу. Да господи, дайте этому Кубобу. Ему один трофей.